Всем привет, я в Дании, в городе Виборг, и сегодня я буду показывать вам школу Animation Workshop и Данию. Это место, в котором мы живем, Осен, такой маленький bed and breakfast, то есть отель с коттеджами, очень уютное место. Вообще, когда я думаю, как описать Данию одним словом, мне приходит в голову слово «уют». И действительно, понятие «хюгге», набирающее популярность, это понятие скандинавского уюта и комфорта, родом из Дании. И действительно, здесь люди украшают окна и стараются сделать свое жилище максимально уютным. Это очень мило. Школа Animation Workshop располагается в бывших казармах. Интересно, что эта школа была открыта более 20 лет назад, чтобы бороться с безработицей в этом регионе. И сейчас она переросла в огромное комьюнити, где, во-первых, очень много учеников на разных курсах. Там можно учиться анимации, можно учиться последовательному рассказу истории, то есть всяким комиксам, раскадровке, еще какие-то направления. И там довольно много студентов. Еще эта комьюнити пополняется за счет резиденции Open Workshop, которую я всем очень рекомендую. Это бесплатная резиденция, где можно от 2 месяцев провести в окружении других участников со всего мира, работая, разрабатывая свой проект, и вам предоставляют место для жилья, и вы можете там работать и показывать свою работу менторам и наслаждаться скандинавским уютом и гостеприимством. И это очень клево. Да, вы видите, там площадка для воркаута. Это, собственно, здание Animation Workshop. А дальше здание Арсенала. Арсенал — это креативный творческий кластер, в котором работают выпускники Animation Workshop, которые хотят основать свою компанию. И самое интересное, что правительство региона поддерживает эту инициативу, потому что эти активности и эти рабочие места привлекают людей в этот регион. И также они заказывают анимацию в эти студии, потому что с помощью анимации можно максимально быстро достичь народа. Animation Workshop изнутри. Здесь занимаются студенты. The Tale of Sail Director at Work. Да, вообще-то я тут по-русски должна говорить. Это здесь работают над анимационным сериалом Tale of Sail. В резиденции Open Workshop. Общая комната, в которой собираются интернациональные студенты, играют в игры и готовят обеды. Вот, всячески хорошо проводят время. А это внутри Арсенала, где всякие датские анимационные студии, в том числе студия Норлум. Выставка, скандинавские интерьеры.